На работу с радостью, с работы с гордостью. С таким кредо семья Кузовковых живет и трудится в РКЦ «Прогресс» уже не одно десятилетие. Их по праву называют трудовой династией. Ее основателем стал Иван Кузовков, который в 17 лет пришел на завод и проработал на нем 37 лет. Вот запись, 41 год, декабрь месяц. Вот, завод имени Сталина зачислен на должность ученика слесаря. Тогда же, в годы войны, на завод пришла и его будущая супруга Александра Кузовкова. В то время предприятие выпускало для фронта штурмовики Ил-2. Работать приходилось по 12-14 часов в сутки. В военное время, конечно, работали они и днем, и ночью, жили в бараке, там и домой-то некогда было приходить. Сноха Ивана и Александра Кузовковых, Лидия Кузовкова, бережно хранит фотографии, трудовые книжки, награды родителей мужа. Это медали «Победитель пятилетки», знак почета, награда к юбилею Победы. Лидия Кузовкова проработала на заводе 46 лет. Здесь же встретила свою вторую половинку, Михаила. Ну, подойдет вот к кабине к окошечку и смотрит на меня. Говорит, Миша, иди, работай. Иди. Вот и я ему понравилась, Я не скажу, что родители были в восторге там, но раз я ему понравилась, у него была хорошая бабушка, которая сказала, внучек, нравится, женись. В браке у Лидии и Михаила родились двое детей, Сергей и Майя. Они до сих пор трудятся в РКЦ «Прогресс». До сих пор я хожу по цеху и вот иногда думаю, что вот по этим вот переходам, по этим проходам ходили дедушка, ходила бабушка, ходила мама с папой. У меня сын работал школьником тоже у нас в цеху. И как-то, конечно, гордость есть. И муж работал тоже. В семье Кузовковых до сих пор не разделяют работу и семью. Мы до сих пор, мы не работаем, но каждый запуск для нас. У нас сын мой тоже работает на заводе много лет. Приходит домой и рассказывает, у нас завтра будет запуск. Уже смотрим по телевизору. Это для нас до сих пор. Это гордость, это мы переживаем, чтобы удачный запуск. Сегодня трудовая династия Кузовковых насчитывает 8 человек. Четверо членов семьи до сих пор работают на предприятии. Готовятся прийти на «Прогресс» и правнук ее основателя. Общий трудовой стаж династии составляет более 230 лет. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.